это фотографии ребят, жителей Устнеры, которые оказали мне неоценимую помощь в проблеме с колесом, не считаясь с личным временем. Температурой было очень холодно. Нашли более-менее подходящий диск, который пришлось немного рассверливать посадочные отверстия. Подобрали более-менее подходящую резину. В общем, затратили на меня уйму времени. И причем категорически отказались от материального вознаграждения. Я был в шоке. Значит, фотографии это Евгений Горбань, братья Васильевы, Григорий и Иван. И четвертый, я, к сожалению, даже не знаю его имени, это следователь уголовного розыска. Вот такие замечательные ребята работают, живут в Устнере. На трассе я на привалах неоднократно о них много рассказывал, дальнобойщикам, там, работникам кафе. И все в один голос заявляли, что на северах не принято брать вознаграждение за оказанную помощь, за оказанную поддержку. В общем, в моей памяти они оставили неизгладимый след.
Так, мой мегафон здесь есть. И так, это аэропорт Усмира. Есть и мегафон, здесь связь, есть и Теле2. Ну, я проеду в город. Thank you.
смотрю, чуть навигатор съехал с магистрали. Пусть Неру ведет, блин, какими-то окольными путями. Хоть такими. Яндекс навигатор вообще не смог ничего здесь. Другого въезда, что ли, нету в город, блин. Крыльцо,
Венера. Большой поселок такой. Горы великолепные.
Вот человек, который на трассе остановился и жгутиками ремонтировали колесо. Ремкомплект свой ни копейки не взял денег. Вот такие люди здесь. Так, я пока добавлю воды. Заехали вы в Якутию, все. Ничего не найдешь, да? Якутия, Магадан, это... Вот, рекомендую видеорегистратор. Моментально поймал 12 спутников. Моментально почти. Давай я. Нет, назад. Я вам рекомендую машину это, внедорожную сюда. Васянь, пока дома. Да, пока так. Я помню, помню. Асфальт только здесь вот такой. Заезжаешь на мост. Блин, аж душа по этой если участок там километр два. Как песня, блин. Ну до Магадана лучше все равно дорога, чем от Неры до Якутска. Лучше, да? Намного. Дай бог, дай бог. Едем по дороге? Да, да. Сами видите, везде высокий профиль. Как? Высокий профиль. Да я уже... Налево, налево. Я уже... Еще вчера, когда вот пробил колесо, обратил внимание. Сколько качаете? 1,8? Нет, 2,2. Качайте тогда 2,4, 2,5. Да, чтобы пожестче было. Если есть... А, чуть пожестче будет, но да она меньше будет. Ловит. Потому что... Они же боковые, вы заметили, что именно боковые? Да. Я обратил этот резина самоцелая оказалась. Да, а, боковые. Да. Так, прямо? Прямо. А диск где остался? В багажнике. А, в багажнике, это уже да. Плюс. Ну он этот, дырявый, треснутый. Да бог с ним, сейчас запаять его. Можно сваривать. Просто запаять хотя бы. Можно туда это, камеру положить, это уже плюс. Могут ли мы идти, да. Сильно треснутый? Ну вот так вот по кругу. Обод сам? Или нет, в центре? Нет, в центре. Это хреново. То есть микротрещина, она считает, вот все колесо будет. Еще была бы идея, да, эту камеру поставить? Да, больше никак. Хотя бы так. Прямо? Прямо, прямо. Так, дороги ни хрена не вижу. Чуть правее. Правее. То есть лучше? Да, вот по накатке старайтесь ехать. А, ну да. На дороге обратил внимание, блин. Блин, вам хотя бы надо было на Ниве ехать. Знал бы прикуп, как говорится, да? Да, жил бы в Сочи. Да. В Якутск. Если не секрет, сколько с Якутска до Неры доехали? По времени? Да.
Так. Нет, ой. 4. Так, Иркутск. Где ты, Иркутск? Якутск. Якутск. А, Якутск. Полдня до... А, нет. Ну да, полдня я ехал направо. Да-да-да. Так. Три дня, по-моему. Ну, я прав. 4 дня. Ну, я не, практически не останавливался на дороге. Вот. Утром встал и поехал. Сейчас стоит на продаже 400 тысяч.